Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре наушники SADAS. Приобрел на AliExpress вот такого вот формата наушники. У меня подключены они по USB. Здесь в боковой части, как видите, постоянно горит свет. Это в том случае, если они подключены к компьютеру. Теперь, при нажатии кнопки включения микрофона, на микрофоне загорается лампочка. Очень прикольно и забавно. Наушники очень удобно сидят на ухе, поэтому кому нравится такая модель и вы решили приобрести, ребят, я вам советую. Наушники очень классные. Я уже пользуюсь ими примерно полгода. Брал, по-моему, за 750 или 780 гривен. Здесь есть саморегулятор наушников для головы, то есть вы оденете, они автоматически под вашу голову подстроятся. Ребят, если вы надумали покупать данную модель наушников, я вам очень ее рекомендую. Наушники классные, хорошо играют. Сейчас добавлю звук и покажу, как они работают. Сейчас установлена громкость 100%.